Вы смотрите программу «Губернии». Вот главная тема выпуска. В Кинешме открыт мост через Казуху. Губернатор поблагодарил подрядчика за оперативность и вспомнил предыдущего, который сорвал все сроки и был наказан. Не надо на Ивановской области, ко всем обращаюсь, подрядчикам, тренироваться. На Ивановской ТЭЦ-2 приступили к строительству нового масштабного объекта. Это будет водогрейная котельная. Почему это важно, расскажет Наталья Сергеева. Сегодня у Ивановской области день рождения. Первым основателем и губернатором области стал Михаил Фрунзе, памятник которому находится за моей спиной. Что знают ивановцы о своей малой родине, расскажем. Над Оводью дымят мануфактуры, текстильные всесильные короли. Сегодня вас ждет репортаж из 7-й горбольницы. На наших глазах делают операцию по лазерной коагуляции вен. Впервые в Ивановской области бесплатно по полису ОМС. А также не пропустите, сомнительное благоустройство. Надзорные органы проверяют, куда ушли бюджетные деньги. Дорога, кто тебя усеял хаварии на железнодорожном переезде. Нефтяные разводы, рыба кверху брюхом. Ущерб почти на 1,5 миллиона. А виновника потравы прокуроры так и не установили. Об этом не только совсем скоро. Сейчас об этих и других событиях подробнее. В студии Алина Марчева. Добрый вечер. Большое событие для Кинешмы. Во вторник в 6 утра открыто движение по мосту через Казуху. Ремонт переправы практически завершен, хотя с опозданием в полгода. Общественная приемка еще впереди, а пока объект осмотрел глава региона. Татьяна Прокопенко продолжит. Этот мост соединяет центр Кинешмы с 4 городскими районами. Лесозавод, автоагрегат, Чкаловский, Красноветкинский. Движение здесь обычно интенсивное, но пока, видимо, не все автомобилисты знают, что он открыт для проезда транспорта. Основные ремонтные работы здесь завершены. Остались некоторые косметические детали, поясняет подрядчик. А еще работы, связанные с одной из опор. Они не мешают для производства дорожного движения и пешеходного прохода людей. В принципе, мост полностью выполнен в соответствии проекта, и на данный момент люди полностью могут пользоваться данным искусственным сооружением без любых ограничений. Завершить все полностью планируют до конца июля. Глава региона предложил поблагодарить за это нынешнего подрядчика. В отличие от предыдущего, он выполнил работы с опережением графика, пусть небольшим. Тогда как прежний просто сорвал все сроки. Контракт пришлось расторгать в конце прошлого года. Я предупредил тогда, если сроки не будут исполнены и качество не будет выполнено, подрядчик не будет больше трудиться на территории Российской Федерации. Такое решение принято. Федеральная антимонопольная служба предыдущего подрядчика внесла в список недобросовестных подрядчиков. Поэтому не надо на Ивановской области, ко всем обращаюсь, подрядчикам, тренироваться. Значит, надо приезжать и достойно выполнять работы во благо жителей нашего региона. Что сейчас и было сделано. Станислав Воскресенский предложил зампреду общественной палаты области Анжелике Гатаулиной провести своего рода приемку объекта вместе с жителями. Еще есть время, чтобы принять замечания и предложения и внести коррективы. Пригласим народ, посмотрим, послушаем, то есть какие замечания будут, посмотрим, как они сейчас будут ездить, насколько движение организовано правильно и верно, все ли устраивает, все ли у нас хорошо здесь сделал подрядчик. Мост через Казаху капитально ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», как и переправу через реку Томна по улице Аристарха Макарова. В Кинешме мы строим два моста, ремонтируем два моста. Второй тоже в высокой степени готовности. До конца июля подрядчики с этих объектов полностью уйдут. Оба моста позволяют кинешемцам существенно сокращать свой путь из одной части города в другую. В этом году, помимо мостов, в Кинешме также будет отремонтировано около 7 километров дорог. Татьяна Прокопенко, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Перейдем к теме благоустройства. Прокуратура заинтересовалась историей звездного парка в Заволжске, который 2 года назад выиграл президентский грант в 50 миллионов рублей. На эту внушительную сумму были установлены лавочки, инсталляции на космическую тему, проложены дорожки. Позднее еще на дополнительные 10 миллионов в парке добавили освещение. Не прошло и года, а благоустройство пошло крахом. Тогда глава Заволжского района Анатолий Молодов заявил, все нарушения на территории парка будут исправлены в срок до 1 июля. То есть установят лавочки, урны и освещение, порядка 15 фонарей. Сейчас прокуратура начала проверку законности расходования средств, выделенных по национальному проекту «Жилье и городская среда».
Возможно, что эта история не повторится в Кинешемском районе, где сейчас в Наволоках началось благоустройство территории Ключика родничка в честь преподобного Тихона Луховского чудотворца. Там появятся беседки, павильон для купания, информационные стенды, лавочки и ограждения. И на весь этот проект выделено более 1 миллиона рублей по программе поддержки местных инициатив. Это средства областного и местного бюджета. В часть денег вложили жители, что является обязательным условием. После завершения работ Ключик планирует включить в экскурсионный маршрут Наволоки от истоков до наших дней. Кинешма станет одним из самых светлых малых городов Центральной России. Об этом горожанам рассказал губернатор в ходе рабочей поездки в райцентр. Если сейчас уличное освещение есть лишь на третьей улице, то к концу года освещено будет 95%. У нас есть планы, есть деньги на его реализацию. Такими словами глава региона ответил кинешемцам на просьбу подсветить темные улицы. В области начинают поэтапно строить освещение в малых городах. На сегодняшний день оно есть лишь на 120 улицах Кинешмы из 407. Когда работы будут завершены в этом году, Кинешма станет одним из самых светлых малых городов Центральной России. Будет освещено 95% улиц. 95% улиц будет с освещением, поэтому вместе с вами примем работы. Сейчас стартуют конкурсные процедуры. Они завершатся до 10 июля, после чего подрядчик приступит к работам. Онежская улица – одна из тех, где появится освещение. В частном секторе его не было вообще. Проект «Светлый город» будет реализован в этом году не только в Кинешме, но и в Шуе. А начали эту программу еще несколько лет назад с областного центра. Сейчас в Иванове уличное освещение есть на 97% улиц. Город стал одним из самых светлых в стране. Необычная авария случилась в Иванове. На железнодорожном переезде на улице Люлина перевернулся грузовик марки «Скания». В кузове больше груза был песок. ДТП произошло во вторник около 2 часов дня. В итоге горы песка оказались на дороге и тротуаре. Как нам сообщили очевидцы аварии, водитель большегруза резко вошел в поворот, в результате чего перевернулся. Мужчина не пострадал, прохожие помогли ему выбраться из кабины. Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах инцидента. День рождения Ивановской области со дня основания губернии прошло 105 лет. Мы вспомнили первого губернатора и пообщались с ивановцами. Передаю слово Юлии Семиной. Место съемки выбрано не просто так. За моей спиной памятник основателю Ивановской области. Именно Михаил Фрунзе отбил телеграмму Ленину. Нет, это не тот телеграмм, которым мы пользуемся сегодня. Вот так выглядело экспресс-сообщение в советское время. Мы устроили ивановцам опрос ко дню рождения губернии. Знаете, кто был основателем Ивановской губернии первым? Когда ты знал, но забыл. Вот я лично нет, а он знает, наверное. Ну, у меня крутится в голове, но не могу вспомнить. Улица еще в честь его названа. Сейчас вспомню. Ну, тут памятник рядом ему стоит. Сейчас вспомню. Мы не местные, поэтому мы не знаем. Ну, давайте подумаем тогда. Если вы фоткали памятник, значит, кому он посвящен, знаете? Прочитали? Конечно. Кому? Герой революции. Фамилия? Фрунзе. Значит, кто был основателем Ивановской области? Ну, будем считать, что Фрунзе. Бурылин. Первый губернатор нашей Иваново-Вознесенской губернии был Михаил Васильевич Фрунзе, полководец. А каких губернаторов еще знаете? Только действующего. Кто у нас действующий? Предыдущего, или по... Так. Сейчас кто губернатор? Вознесенский. Тихонов был такой, коммунист. Михаил Мень. Сейчас Станислав Воскресенский. Последний, более популярный, это был Клюев. До него был Смирнов, Тихомиров, Тихонов. И дальше много из уважаемых, которые сейчас за 130 этих Тихиней, или, как сказать, в Израиле, Михаил Александрович Мень. Ну, а после Меня опять вновь губернатор был Коньков. А потом у нас остался Воскресенский. Других губернаторов я на своем веку не помню. А кто сейчас губернатор? Воскресенский. Иван Воскресенский, да. Да, знаем. Как еще раз? Иван Воскресенский, шутка. Вознесенский. Я не знаю, не Шарыпов, мэр Москвы. Ну а что вы про Иванскую область знаете? Вы же не просто так приехали, наверное? Да, мы в Бурылин, Бурылинский музей приехали. То вы уже были в музее Бурылина? Да, только что оттуда. Как, вам понравилось? Очень. А что знаете про Бурылина? Ну, что он связан с Ивановской областью? Очень хорошим меценатом был. Очень много храмов денег, выделял.
Вот, ну, если он городу еще такую коллекцию оставил, то это вообще замечательно. Храните. А чем славится Ивановский край? Ивановский край? Когда-то было тут много этих фабрик. Невест, да. Вон, кстати, одна фабрика стоит. Теперь Серебряный город. Текстилем. А еще? Красивыми девушками ивановскими. Ивановская область славилась тем, что фабрикам, много фабрик у нас было, а потом стали строить заводы. Завод чесальных машин, завод расточных станков, Ивановский завод «Автокран», представителем которого я являюсь до сих пор, отработав на нем 48 лет и работаю до сих пор. Точ-прибор, который делал инструмент. Завод имени Королева, завод «Строммашина». То есть в губернии был очень завод «Автоагрегат», это который «Москвич». Я вам могу про историю рассказывать. Море! Каких выдающихся людей в Ивановской области вы знаете? Ну вот, пожалуйста. А еще? Фрунзе. Так, Зайцев, модельер. Так, кто у нас еще в Ивановской области? Поэт Дудин, по-моему. Крутой клуб был раньше. Ну, у них есть группа, да, дискотека «Авария», вот, если из артистов говорить. Ну, полководцев, Василевский, Белов, это «Вояна», это сегодня у нас буквально через два дня мы вспоминаем о том, что началась страшная самая война в истории человечества, это наша Великая Отечественная война, о которой каждая семья, наша Ивановская, да не только Ивановская, вообще по всей матушке России, по всему Советскому Союзу, очень много потерпела. Ну что ж, мы выяснили, что знают ивановцы о своей малой родине и как проводят 105-летие со дня образования губернии. Юлия Семина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Прямо сейчас реклама, она пройдет быстро, и вот о чем расскажем после нее. На Ивановской ТЭЦ-2 приступили к строительству нового масштабного объекта. Это будет водогрейная котельная. Почему это важно, расскажет Наталья Сергеева. Сегодня вас ждет репортаж из 7-й горбольницы. На наших глазах делают операцию по лазерной коагуляции вен. Впервые в Ивановской области бесплатно по полису ОМС. Быстрый интернет до 500 мегабит в секунду. Кабельное телевидение, телефония, видеонаблюдение. Умный домофон для дома и бизнеса. Интеркомтел. Звони и подключайся. 939393. Это программа «Губерния». Мы продолжаем выпуск. На территории ТЭЦ-2 в Иванове началось строительство масштабного теплоэнергетического объекта. Это будет абсолютно новая водогрейная котельная, которая фактически заменит существующую ТЭЦ. На строительной площадке начались подготовительные работы. С места старта работ Наталья Сергеева. Вопрос модернизации теплоснабжения Иваново и других районов в зоне этого узла назрел давно. Оборудование, да и сама ТЭЦ-2 уже в солидном возрасте. И строительство новой водогрейной котельной – событие важное. Старт работам дают в рамках торжественной церемонии, на которой присутствует глава ПАУТЭ Плюс, директор Владимирского филиала компании, руководство области. Ну что ж, дорогие друзья, давайте вместе 5, 4. 2, 1, и техника приступила к работе на стройплощадке. Полностью все работы здесь должны завершить к середине 2024 года. Новая водогрейная котельная будет площадью более 17 тысяч квадратных метров. Она будет состоять из 8 больших котлов. И, по сути, по теплу и горячей воде заменит старую добрую Ивановскую ТЭЦ-2, которая была построена еще в 50-х годах прошлого века. Мощность новой котельной составит 400 гигакалорий в час. Система управления будет автоматизирована. Объект, обещают, будет не только мощным технологически, но и более экологичным, ведь объем вредных выбросов в атмосферу снизится более чем на 24%. Качество теплоснабжения и горячей воды, обещают в ПАУТЭ Плюс, улучшится. Объем инвестиций составит более 2 миллиардов рублей. Средства ПАУТЭ Плюс, то, что мы привлекаем, для того, чтобы сделать опережающие инвестиции здесь, в этом регионе. Потому что верим в Иваново и верим, что здесь можно сделать нормальное и качественное современное теплоснабжение, которого ивановцы заслуживают уже давно.
Нагрузка по электричеству ляжет на ТЭЦ-3, а вот по теплу и воде на обновленную ТЭЦ-2. Новая котельная будет обеспечивать теплом более половины города. Она – один из важных объектов реконструкции Ивановского теплового узла. Но плюсом к этому проект обеспечит и в целом надежность водоснабжения в городе. Котельная будет использовать не речную воду, а водопроводную. Нам водоканал местный любезно, значит, дал подключение. Мы будем использовать воду, которую делает водоканал, потом ее дополнительно еще готовить для нашего процесса, для котлов, и дальше направлять уже CF-цикл для того, чтобы обогревать жителей и снабжать их горячей водой. На территории котельной будет построен кольцевой водопровод. Водоканал займется перекладкой сетей водоснабжения, оснащением современным оборудованием насосной станции. В инфраструктуру будет инвестировано более 285 миллионов рублей. После того, как новая котельная будет запущена, помещения старой ТЭЦ-2 будут выводиться из эксплуатации. А здесь мы делаем объект рядом для того, чтобы полностью его заместить и использовать пространство для рекреации и в дальнейшем придать, как бы, этому, этой части города современный и удобный для горожан вид. В этом году Иваново ждет ремонт тепловых сетей. Работы запланированы большие. Три крупных участка попадут под реконструкцию в районе улиц Ташкентская, Кохомского шоссе и микрорайона Московский. В этом году в ремонт сетей будет вложено в два раза больше средств, чем средний уровень за последние несколько лет. То есть этот год будет рекордный по ремонту теплосетей. Это должно сказаться на надежности теплоснабжения нашего города. Общая сумма капремонта и технического перевооружения составит более 1 700 000 000 рублей. Руководство ПАУТЭ Плюс просит ивановцев потерпеть неудобства, но зато войти в зиму и пройти зимний сезон надежно. Наталья Сергеева, Денис Железов, телекомпания «Барс». Природоохранные прокуроры – точное место виновника массовой гибели рыбы в реке Увать на территории Ивановского района так и не установили, хотя посчитали нанесенный экологии ущерб – 14 миллионов рублей. Напомним, факт массовой гибели рыбы в Уводе, основном источнике питьевой воды областного центра, получил огласку после того, как в конце мая в соцсетях посыпались сообщения от жителей. О масштабах ЧП можно было судить по размещенным видео и фотоматериалам. Каково было удивление людей, когда многие увидели, что поверхность воды и берега реки буквально усеяны погибшей и умирающей рыбой. После огласки необычного явления к расследованию подключились региональные экологи. В конце мая по факту массовой гибели водных биоресурсов в Уводе на территории Ивановского, Лежневского и Савинского районов природоохранными прокурорами и Департаментом природных ресурсов и экологии была инициирована проверка. Согласно лабораторным исследованиям, в реке была выявлена концентрация загрязняющих веществ, превышающая нормативы. Причиненный ущерб природным запасам Ивановской области эксперты оценили в 14 миллионов рублей. Отмеченные обстоятельства повлекли как раз и данный замор. С учетом изложенного, Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуре материалы проверки в порядке статьи 37 УПК РФ направлены в МВД Ивановска для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 250 Уголовного кодекса Российской Федерации «Загрязнение вод». Теперь полиции надо будет найти авторов сброса, либо отказать в возбуждении уголовного дела. В ходе предварительного расследования было установлено, что сброс загрязняющих веществ и главный очаг заражения находился около деревни Старомихино в Ивановском районе. В 7-й горбольнице начали делать лазерную коагуляцию вен бесплатно по полису ОМС. В частной клинике за такую операцию больным приходилось платить не меньше 30 тысяч рублей. Из операционной репортаж Дарьи Костиной. 7-я горбольница, стационар, хирургическое отделение. Наше лечебное учреждение старается всегда идти в ногу со временем. Мы постоянно внедряем новые высокоэффективные методы лечения, малотравматичные. Вот не так давно мы внедрили новый метод лечения. Это эндовазальная лазерная деструкция вен. Данный метод лечения варикоза является современным, потому что позволяет выполнять оперативное лечение в условиях дневного стационара, не требует госпитализации пациента, пребывания или ранее в больнице. Многих пациентов это, как правило, бывает, отпугивает. Раз, когда мы видим флеболога Артура Баутина без маски. Он идет готовиться к операции. Как только учреждение закупило новое оборудование, доктор прошел обучение в Москве. Здесь уже провел 5 операций. А сколько такие операции длятся по времени? Все зависит, конечно, от того, сколько человек шел к нам до операции, насколько он запустил свое заболевание. Вот. Если в обычной ситуации может длиться от 30
там, ну, до полутора часов. Раньше пораженную вену удаляли металлическим ножом, что приводило к гематомам, нога болела. Такая операция не оставляет разрезов, рубцов, не нужно накладывать швы. Это особенно ценят молодые женщины. Именно они наиболее подвержены варикозу. По статистике, на 10 женщин один мужчина заболевает варикозом. Сегодня на операционном столе как раз мужчина. Андрей, ему 61 год, он в сознании. Андрей, как вы себя чувствуете? Хорошо. Есть какие-то ощущения? Практически нет. Андрей из Кохмы. Варикоз беспокоит около 2 лет. Говорит, сначала нога посинела, потом стало трудно ходить. Решился на операцию. Артур Николаевич, да. Расскажите, что делаете? Сейчас как раз проводится одна из самых продолжительных манипуляций – это анестезия. Чтобы пациенту было не больно, когда действует лазер, а это все-таки высокие температуры, вот, проводится заморозка по ходу всей вены. Это делается обязательно под контролем УЗИ, чтобы достоверно мы могли знать, что заморозка прошла в тех местах, где нам это и нужно. Вы чаще даже смотрите в монитор, чем на ногу? Да, конечно. Там больше информации. После заморозки вводят лазерный световод. Он потихоньку выжигает пораженную вену, устраняет патологический кровоток. Затем косметический этап. Артур Николаевич будет механически удалять варикозно-расширенные венозные узелки. Делаются маленькие прокольчики. Специальными приспособлениями, похожими на вязальные крючочки, удаляются эти венки. Тоже без разрезов, просто через прокольчики. А сколько такая операция стоит в частных клиниках примерно? Мне кажется, по-разному. От 35 тысяч рублей. В Москве так до 100, наверное. Операция от и до на наших глазах. В этот же день Андрей уехал домой. Вылечить варикоз, как Андрей, бесплатно по полису ОМС могут пациенты 7-й ГКБ. Для этого нужно получить направление на операцию от хирурга поликлиники. Дарья Костина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». В Кинешме в этом году открыли 2 врачебные амбулатории, а до конца декабря построят и 3-ю. В одном из медучреждений во вторник побывал губернатор и узнал у кинешемцев, довольны ли они работой лечебницы. Амбулаторию на Авиационной улице открыли в апреле. Она, как и медучреждение на улице Королева, построена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Амбулатория объединила филиалы 2-й взрослой и 2-й детской кинешемских поликлиник. Строить объект начали в сентябре прошлого года. Вложили около 55 миллионов рублей. Жители этого района рассказали губернатору, что им больше не приходится ездить в центральную больницу и стоять в очередях. На прием к фельдшеру здесь попадают день в день. То, что мне нужно, меня обслужат, и направление на кровь, там, на мне и направление к какому-нибудь специалисту, допустим, там, на кардиограмму или на УЗИ. Я попрошу, сейчас она, в общем, может, все полномочия у нее есть, она может дать направление. Фельдшер? Фельдшер, да. Ну, раньше не было у нее такого, направляли нам в центральную поликлинику, там нужно очередь записываться. А сейчас мы приходим, пожалуйста, нам дадут направление к любому специалисту. Правда, говорят кинешемцы, хотелось бы, чтобы прием вел врач-терапевт. Сменить назначение, прописать другие серьезные лекарства фельдшер не может. За этим приходится ехать в больницу. Сейчас главная проблема не стены. Стены у нас появляются, оборудование, видите, появляется. А главная проблема – нехватка кадров, прежде всего, терапевтов. Да, терапевтов. Врачи, вот это сейчас самое важное. Вот мы сейчас говорили с главврачом, что еще нужно. Уже президент специальные выплаты ввел, ровно чтобы решить эту проблему. Выплаты для терапевтов. Есть и наши меры поддержки. Сейчас самое главное – главврачам заниматься кадрами. Самое главное. До строительства нового здания амбулатория размещалась в старой постройке по соседству. Ей почти 100 лет. Губернатор предложил горожанам подумать о том, как можно будет использовать историческое здание. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозам, в ночные и утренние часы 21-22 июня в городе Иванове ожидаются заморозки до минус 2 градусов. А теперь подробнее о том, что нам прогнозируют синоптики на ближайшие сутки. В среду в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 37%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет пасмурно и дождливо. В дневные часы воздух не прогреется выше 16 градусов тепла. Сразу после новостей объявление в городской хронике. Интересные истории, видеофото вы можете присылать на наши редакционные мессенджеры. Это Вайбер и Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иваново Ньюс или звоните на горячую линию 58 77 77. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.